Значит, вот даже по вашим лицам можно понять, что все уже устали от большого количества игр, эмоционально устали. Все уже, если поначалу ждали хоть какую-то одну победу, то сейчас мы ждем не просто одну, а красивую победу, да? Правильно? То есть, а где наш малазийский товарищ? Он все еще дома отдыхает. Ну, это так, вводное. Ну, понятно, что мы все ждали победу, сегодня на нее рассчитывали. И мы понимали о том, что не будет легкой игры, потому что когда ты находишься в такой не самой приятной серии, которая у нас была, то есть легкой победы не может быть. Она на характере, она на жилах, она на каких-то тонких моментах. Что сегодня, в принципе, произошло? По качеству не самая лучшая наша игра была. Бывали игры, когда мы даже проигрывали, но лучше играли. Но, тем не менее, отметить то желание, то рвение, которое у нас сегодня было, это то, что нам надо было для того, чтобы набрать сегодня 3 очка.